Всем приветик, мои дорогие! Я сегодня решила вам показать часть хоек, часть, которые выжили, как Гарри Поттер, после такой вот, пересылки, переезда и такого. Ну, это не все, конечно, они мне даже не поместились, но я не стала нагромождать. Здесь стол-то большой, там-то мне уже бы они не поместились. И я уже как-то так смотрю более радостно на них, вот хотя бы что-то. И там малышня еще есть. И даже как-то немного я прям воспряла духом. Ну что, погнали? Так. Значит, вау! Вау! Какое богатство! Ну, а как? Для меня, да. Не знаю, как для кого. Так, значит, вот это вот. Паразитика Лау. Ничего не случилось с ней, вообще ни один листик не отпал. Ничего. Кэрри. Вот это вот, я говорю, вот это Кэрри. Вот все погибли Кэрри. Все, кроме вот этой. Вот она и растет. Вот этот вид. Вот, кстати, она уже здесь у меня дала новые росты. Приблизь. Вот. Вот с двух сторон. Mm-hmm. Вот. Самая неприхотливая из всех Кэрри. Вот все остальные погибли. Ну, как не сразу все, а постепенно сначала там одна. И вот я говорю, я вчера еще выбрасывала. Дальше. Абавата. Сплэш, я ее пересадила, потому что горшок был маленький совсем. Ну, в общем, видно ее, да? Конечно. Тоже ни один листик, ни один не пострадал. Вот это вот, я не знаю, брала ее это, в магазине. Вот, кто они, блин, вот эти два листа надо удалить. Если появляются вот такие листы, вот на такой вот... Ну, именно на этом виде хой, их нужно удалить. Я, по-моему, видите, идет зелень, а следующий пошел как надо. Поэтому такие листы надо удалять. Ну, желательно там ножничками нужно. Дальше. Вот. Вот эту я тоже пересадила, она у меня была в стакане. Карноза Грей Гост. Второй вид, который. Не первый, который вот с крапом идет. Там мне тоже выжила, но у нее немножко вид не очень. Ундулатка, естественно, ехала со мной. Все, живая, все. Так, мои яблочки, мои драгоценные яблочки. Прямо сверху их покажи. Вот эти два листа и еще два. Вот этот рост, это уже здесь анапские. О, боже мой, как же я ее... Ну, хотя вот я думаю, что вот абаватам-то ничего не случилось. Я думаю, надо было ее все-таки положить в коробку, ну, закутать, а с собой взять валиниану. Вот у меня валиниана погибла, но она шикарная была. Я об этом подумала еще дома. Ну, всех-всех-то не могла взять. Я бы всех действительно взяла. Так, дальше. Рансанг тоже ехал с нами. Тут, тут листик один уже здесь выдал. Местный. Местный, да. И ПЦ-600 немного пострадало. Опали несколько. Ну, как бы, и вот даже нижние листы, они еще какие-то вот непонятные. Но, тем не менее, я думаю, верхние-то вот хорошие, что она все же выжила. Это уже и растем, я ее пересадила. Вот это от лампы еще. Загар. Не болезнь, ничего там, не мокрое, не это. А к лампе была при этом. Ну, дай название скажу ее. Ну, говори. Карноза Фрискалис. Вроде так. Ну вот, в общем, это не все, конечно. То, что тут у меня, ну, как на стол вошло, я поставила. Ну, и говорю, там еще детки. Ну, то есть, это в тепличке.
выжил, у меня даже шлюмбергеры, и растет. Это пестролистная, которая варегатная. Вот. Да. Хотя бы не все, и то весит. Честно. Ой, про ту не забыла. Ну, я ей показывала, собственно говоря. Карноза, это, Сьюзи Кью. Он ничего не сделал. Вот почему, не пойму. Почему? А потому что... Вот я говорю, как говорила, макрофилы, они теплолюбивые все эти, сыроваки тоже. Вот как в этих, в своих видео, что говорила, наверное, ой, да не разбирается ни в чем, что попало, чешет тут, ничего подобного. Вот как я говорила, вот оно и подтвердилось. А вот ваваты, ну почему лиза-то у меня погибла, не пойму. Никак. Так же утепленным была. Ну, я посадила с нее черенок, несколько черенков. Два уже я выбросила. А два пока сидят. Может быть, со своей еще что-то получу. Не знаю, посмотрим. Так что я не отчаялась. Все хорошо. Ну, новых наберем еще. Сейчас будет сезон, и будем покупать. Я уже купила немножко, показывала вам. Вот. Ну, что еще? Да, кстати, на завтра я планирую эту прямую трансляцию. Ну, наверное... Также в 21:00 по Москве. Угу. Ну, теперь у нас такое время. Мне очень жаль, что это поздно уже для моих хороших друзей, которые остались там, в снегах, у которых время другое, где я жила раньше. Ну, буду делать и пораньше. Сейчас вот пока вот так вот. Пока кто не может, потом в просмотре будет, посмотрите. Ну, надеюсь, у нас там со звуком все будет нормально. Мы заранее проверим все. Так. Ну, наверное, все. Покажи еще раз наши коечки. Богатство. Это богатство. Для меня богатство. Ну что, все, наверное. Кому понравилось, кто рад за меня, искренне, только искренне, ставьте лайки. Ставьте, значит, лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Вот. Я, знаете, что заметила? Начинаю просматривать старые видео, Чарли, сейчас, минуту, и там недельной давности, даже несколько месяцев есть на эти, кто не комментарии, на которые я не отвечала. Вы знаете, это не моя вина. Я стараюсь отвечать на все комментарии сразу. Это либо сбой на Ютубе или что-то еще. Говорю, муж подтвердит, что никогда такого не было, чтобы я пропустила комментарий. Я могла пропустить какой-то негативный. Это в самом начале. Потом я это самое. Такие нормальные, тем более касающиеся вопросов о цветах, я всегда отвечала. Я вот сейчас стараюсь, конечно, я на них отвечаю потихоньку, да, ищу, ну как, просматриваю и... Не посчитайте меня какой-то вот невежей такой вот, невеждой. То есть, что я не ответила. Нет, мне просто не приходили оповещения, что вот, у меня был комментарий. Вот так вот.
Не знаю почему. Именно на все вот старые видео. На новые это как проглядываю, вроде все отвечено. А вот на старые вот такая вот история. Поэтому, если что-то вот вам надо, там еще какой-то вопрос, вы можете написать его не по теме даже, на новых видео. Ничего страшного. Вот, например, у меня там готовка, да, какая-то, а у вас срочно возник вопрос, что делать с кактусом, там, я пример сказала. Можете писать. Потому что что-то вот вы на старые пишете, да? Да, правильно, там в тему, как бы все, но мне оповещения не приходят. Вот в чем дело. Не знаю почему. Надо задавать вопрос. Я имею в виду мне уже. Вот. Ютубу. Почему так происходит? Ну все. Всех вас очень люблю. Обнимаю. И если все нормально будет, жду завтра на стрим в 9 вечера, как сказать. Так, правильно, 9 вечера по Москве. 9 вечера по Москве, да. Темы нет никакой, пока нету тем. Вот нету, понимаете, я даже вот так подумала, ну какая тема, пока одни вопросы, а ответы, вот честно. Просто разговариваешь. Да. Потому что вот определенную тему, ну, мне пока создать вот на что-то, должно быть от вас каких-то очень много вопросов, на которые бы вот я уже придумала, да, что отвечать. Вопросов как бы таковых нет, просто я выставляю видео, вы пишете, как здорово там или как плохо, и все. Вопросов нету, я не знаю, какую тему. Поэтому тему просто... Поговорим. Может, во время стрима какие-то вопросы возникнут. Конечно, я буду отвечать. Определенной темы не будет. Вот. Всех жду, кто хочет. Ну все. Всех целую, обнимаю. Всем пока.